Симхань. Едем в Ужгород на чемпионат Украины по эстафетам. К сожалению. К сожалению, поезда прямого с Николаева нет в Ужгород, приходится ехать в Одессу. Да. Не, ну прикольно, есть свои плюсы, может и будет время погулять, что-то поснимать, так что обязательно. Этот влог будет эпичный, я думаю. Эти соревнования, не влог. Влог это уже другое. Что? Что ты скажешь, давай, перед началом своих путешествий? На меня наехала бабка. Это было настолько обидно. Да то ж бабки. Ты можешь не рассказывать? Да. Это все? Ну, я уже задолбалась. Хотя я еще никуда не поехала. Короче, я думаю, будет весело, потому что... Потому что будет весело, это уж Ужгород, я еще не был в Ужгороде. Я тоже не была в Ужгороде. Кстати, едет очень много народу, целый вагон, даже больше. Да, это вы в целом вагоне, а я отдельно еду, капец. Тупо сам в вагоне, еще на боковом месте. Отделенный парень. Потому что сказали поздно и вообще капец. Да. Угу. Пошел вот так? Все, рука смотри. Ехали, короче, 19 часов в поезде, прикиньте, в такую жару, с бабушками, дедушками, с детьми, которые спать не давали. С девочки наши бегают. Сейчас сниму их немножко, покажу вам, что вообще происходит. Ты не снимал саму поездку? А все, что происходит на стадионе, будем снимать. О, Маш, ты. Давай еще раз. Пробежала разминочку. Что ему сказать, дорожка прикольная очень. Она не такая, как у нас, намного мягче, не красится. Ну, короче, классная дорожка. Очень напоминает Кировоградскую, типа. Думаю, завтра нормально удастся пробежать. Наши уже разминаются. Сейчас, наверное, передачу покажу вам тоже. Поснимаю. Так что, я думаю, будет неплохо сейчас. Интересно для вас. Так, что происходит? Я снимаю. Пацаны, пришли на соревнования. I need a scarecrow. After what you did, 'cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing, I'm barely awake. You left me in pieces, there's no more to break. Don't wake me up, not in this century. Don't wake me up. Оп! А как все хорошо начиналось? Да. Ребят, короче, я начинаю свою собственную программу влог. Как разоблачить влогов. И с вами я, главный оператор. Сейчас мы познакомим вас с влогом. Как пацаны, вы видели, да? Было все плохо. Да. Давай, товарищ тренер, еще подскажи. Пища богов, понял. Начало соревнований снимать. День соревнований. Только видно, тут насыпалось. Открывается. Я уже его показывал. Тут еще раз.
4 постановки. Взрослым команд не так много. Посмотрим, что вообще из этого получится, какие мы будем. Будем стараться хотя бы в тройке быть. Сейчас буду собираться уже выходить. Сегодня будет время, наверное, погулять, потому что завтра не бегу. Сегодняшний день соревнований. Я надеюсь, мой забег кто-нибудь съедет. Догоняй! Саша, давай! Даже снимать такой надо будет. Первый комментарий со стадиона. Херня. Херня. Чё так жарко? Снимал, ну тебя же Даша должна была он снять. Он удалил это видео. О, идет, смотрите. Последние пробежали. Иди оттуда. Он удалил это видео. Короче, жара нереально, сейчас бежали, я не знаю. Что с этого получится? Зацените. Даша меня фоткает. Призер Украины в каком-то веке. Да, во, Паша, что ваши комментарии быстро. Смотри, значит, все хорошо. Первый день сделали. Сотка в принципе была хорошо, если бы, ну. Если бы я не бежал. Если бы мы соревновались с девочкой. Если бы я не поехал. Если бы я не занялся в легкой атлетике, было бы хорошо. В натуре. Так что надо на пенсию нам всем? Я говорил, у меня все отлично. Ну да, мне уже опять. Можно, да, попросить фотографии? Ну да. Короче, все убитые, вообще пипец. Соревнования прикольные. Что скажешь? Нормально. Ну да, три дистанции бежать за день. Нормально. Нормально. Ты бы тоже так говорил, блин. Чуваки по три дистанции в день бьют, а я один. Оборвали магазин с медалями и забрали только пробники. Типа, забрали, макеты, пацаны. Забрали золото, серебро и бронзу, знаешь, как будто. Да. Куда потом зашел сторож такой, мужики, он такой, о! Это не наш. Мы ничего не трогали. Вон пацаны, он тоже ворует, смотрите. Смотрите, воруют. Камеру у меня своровали. Это ветераны, посмотрите. Ветеринары. Дорогие мои старики. Даша фоткает карту. Истинный турист. Что ты скажешь? Я скажу, что на это нам карта нужна, потому что мы не забыли. Да не. Тем более нам нужно дать. Смотрите, какая красота, блин, а? У нас, конечно, в Николаеве не так. Но свои приколы. Но тут уже классненько. Ну, мост. Ну что, полети? Куда? Даша куда-то уже намылилась. Куда? Я туда идти, хер знает. Короче, сюда мы пойдем. Потом Пиццамковый парк. Марии Терезии. А тут прикольно. Ну это все скучно. Надо завтра вот сюда сходить и вот так вот. Тут где-то палочек. Где волосы? Только где надо всей толпой пойти. Да ты живешь где-то вот здесь вот. Вот тут где-то. Вот второй мост. И вот тут где-то ты живешь. Где-то вот в этой области. А где вообще здесь автовокзал? Вообще дебилы. Дебилы нельзя было автовокзал написать. Надо вот сюда сходить. Вот. Цвинтарь. Гора Каль... Чего? Да, короче, тут второй Медея. Короче, идем сюда. Сюда. Понятно? Нет. Еще вот сюда и сюда. Началось. Прогулка с девушками. Это, походу, самый зеленый город, где я был. Офигеть просто. Идеально очень много зелени. Идем везде, абсолютно деревья, какие-то кусты. Сейчас идем в ботанический сад. Посмотрим, может там что-то интересное будет. Вот, видимо, он уже начинается. Короче, мы зашли, я уже не знаю, вообще сбились. Какого хера тут делает рельсы? Сам прикол, что это центр города. Почему? Сколько классно.
Как вы уже поняли, этот соревновательный сезон будет веселым и интересным, поэтому не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Впереди вас ждет много чего нового и интересного. Спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео.